замечательно. Мы снова с вами. Посмотрите, Ирочка показывает вам новое упражнение. Посмотрите, Ирочка, выпрями спинку, подтяни живот. Подтяни живот, да, ты правильно стоишь, только подтяни живот, втяни его, я неправильно сказала, а спину выпрями, прогни ее, вот так. Теперь вы видите, как последовательно все проблемные места дрожат. Вибрация. И вибрация, да, и живот тоже. То есть, смотрите, ничего лишнего не происходит. Сотрясается нижняя часть лица, что очень-очень ощутимо потом становится, потому что становится здесь так, ну, тепленько. И самое главное, это руки. Потому что у многих женщин эта проблема существует с руками. Они немеют. Ирочка пожалуй, что у нее немеют руки. Вот я думаю, что эта проблема уйдет очень скоро. Конечно, не с первого раза, потому что мы не волшебники, мы только учимся. Вы знаете, что самое главное, наверное, в этом? Мы всегда себя обвиняем в том, что мы для себя, любимых, ничего не делаем. Мы можем в крайнем случае привести свое лицо в порядок. У нас внутри нас тоже все в порядке. Мы вполне благополучные люди. Но мы никогда ничего для себя не делаем. И вот, наконец, есть 10-20 минут в день, которые мы посвящаем себе. А эффект такой, как будто мы 2 часа работали в спортивном зале. Для меня это просто забытые ощущения. Я так давно вышла из балетной студии, я просто уже не помню, когда это было. Только в глубоком детстве. А сейчас у меня такое настроение, как будто я вернулась, ну, в свою юность как минимум. То есть я просыпаюсь с одной светлой мыслью – сюда, бежать сюда, потому что с этого начинается мое хорошее настроение, с этого начинается мое новое мироощущение, что я ни перед кем не виновата, что я не занимаюсь собой. Вот я занимаюсь собой. Посмотрите, как Ирочка работает. Можно же каждый день ходить, да? Можно каждый день, я думаю, что и 2 раза в день можно, у кого есть время. Да, да, с 8 до 8 работает салон «Ширин». И вполне можно успеть 2 раза подойти сюда, это до работы. Хорошо, не надо специальную форму какую-то. Никакую, ничего не нужно абсолютно. Зайти, я еще раз повторяю, вы не потеете, вы согреваетесь. Да, вот я совершенно сухая. У меня есть мануй, который позволяет мне приходить сюда в любое свободное для меня время. Я более или менее в свободном графике существую. Здесь закрыто только в субботу. А каждый день здесь все открыто. Пожалуйста, приходите и попробуйте, просто попробуйте. И если вы скажете, я не скрываю, как меня зовут, я Александра Горелик. Вы меня знаете, и поэтому я вас приглашаю сама лично. И предлагаю вам это попробовать. Пригласила. Вот Ирочку я пригласила, еще уже многих, многих я пригласила. И я надеюсь, что все-таки поймут, что и скажут самим себе спасибо, что мы пришли сюда и попробовали. Иди сюда, встань вот так, вот как мы встали, вот так, сейчас скажем. Так хором скажем, ленивый фитнес и падаем. Ты вправо, то есть, ну не ты вправо, так просто повалились. 3, 4. Ленивый фитнес!